Горящий вариант квартиры по самой низкой цене. Разбирать-то успеет. Вы думаете, я преувеличиваю? Ну, разве что самую малость. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Нужно найти что-то особенное. Помню, мама говорила. Хочешь найти свой вариант? Ищи сама. А если не умею? Тогда иди в агентство. По 360 рублей примерно и 5 базовых за ваши услуги, да? Квартирный вопрос испортил минчан, так сказал бы Булгаков. Однако на каждый бюджет найдется свой вариант. Самое востребованное в Минске – однокомнатные квартиры. От ремонта и расположения зависит цена вопроса. Поэтому, если денег у вас немного, придется жертвовать комфортом. Нижний порог от 300 белорусских рублей и выше. Район Веснянка. Скромно и экономно. $160 в эквиваленте. Нет дверей у кухонных шкафчиков, зато сразу видно, что и где. Правда, немного не прибрано для фотосессий. Следующий вариант дороже почти на 20 рублей в Малиновке. Из плюсов в доме отделение банка и магазин. Рядом спортивный центр и МКАД. В квартире аккуратно и ничего лишнего. Нет стиральной машины – это минус. Дешевый сегмент квартир чаще всего находится не возле метро. Зачастую это районы промзоны, это Шабаны, станции метро Автозаводская, Первомайская и так далее по этой линии. Студенты – частые квартиранты эконом-класса. Менее капризны в выборе. Однако владельцы жилья сдают в аренду не только квартиры, но и комнаты, и даже кровати сразу нескольким незнакомым друг другу людям. И снова стол, стул, шкаф, кровать. Но что же должно быть в двухкомнатной квартире за $1100? Эти квартиры пользуются популярностью. Сегмент дорогих квартир зачастую снимает либо представители сферы IT-услуг, либо это дипломаты. Итак, 25 этаж Минской высотки. Рядом проспект, магазины, салоны, фитнес-центры, один подъезд, консьерж у входа. Стиль лаконичный, но минимализм только в отделке. В квартире есть все и даже больше. Мебель, бытовая техника, укомплектована полностью кухня, готово и рабочее место. Осталось добавить свои фотографии и тапочки. Впрочем, за такую цену вы получаете комфорт не только внутри квартиры. Дома элитные у нас находятся в зеленых зонах с хорошим транспортным расположением, с хорошей развитой инфраструктурой и с хорошим наполнением квартиры внутри и с охраной, с видеонаблюдениями и огороженной территорией снаружи. Маленькие и большие, с видом на парк, город или динамичный проспект. Мы желаем каждому найти свой идеальный вариант. Но помните, уют внутри квартиры не зависит от улицы и этажа. Галина Пузына, Денис Ткаченко. Наше утро.